Алло, товарищ майор. Алло. Товарищ майор, какой вопрос? Давай. А если я отказ пишу, меня еще, получается, увольняют? Ну, да, как бы, да, пока никого нет, уволили. Просто, ну, у нас еще контингент произошел, нас хотели, ну, должны были выехать на выезд, получается, поддержку. И нас вчера просто перебываются все, блядь, в воздухе, наше командование, и просто там 13-й полк отказывается, нам говорят, вы 4-30 мы выезжаем, нам 4 говорят, вы сейчас едете наступать. А нас ничего не готово, просто ничего. Ни план, как, что, куда, кто будет на какой позиции, вообще ничего нету. Мы просто нет, не поедем. Ну там этот, все команды, все наши, кто командир рот, наши старли, там, комбат, они все отказ написали. Вот я вместе с ними вчера написал. Ну нахуй мне это надо, товарищ майор. Нихуя не готов быть мясом, нахуй, я не хочу. Че, бля, просто в полк вернуть и все, нахуй. Ну да, типа придет телеграмму там уволить, но я не знаю, вроде ничего никого не увольняли. Сейчас если не уволят, я 15 числа еще раз напишу рапорт на 15 октября еще. Я через 2 месяца посидеть и нахуй. Тоже вот, который с нами был, ну с нами в сосочке, они на танке сидели, в них летело, короче, в башню 200-й нахуй. Сразу же. Да ты че? Да. Он буквально 1-2 месяца назад, а у него жена и ребенок тоже. Я охуел.